придется подлатать. Учите меня! Эй, сейчас убью! Замедлим слово! Ну как ты, цел? Жить буду. Слава звездам, что ты здесь, Хави. Я уж думал, все, конец мой настал. Спасибо. Не за что. Еще как есть. Без тебя лежать бы мне там, внизу, вместе с другими. Вот, держи в знак благодарности. А, где? А, ясно. Они верно выкинули мои вещи в море. Везет мне сегодня. Зато ты остался жив. К тому же, благодарность уже награда. Передумаешь? Ищи меня в убежище Гренхелир. Эта кристальная пещера просто чудо. Я отплачу тебе за помощь. Не хочешь часом найти тех, кто убил этих двергов? Я слыхал, они в болотах к югу от Эйтри. Интересно. Но ничего не обещаю. А и не надо обещать. Надеюсь, увидимся в убежище Гренхелир. Это не... Дверги говорили об одном и том же. Yeah!
Thank you.
Let's go.
Какой-нибудь герой, великий воин, услыхал мой зов о помощи и взял оружие себе! Что тут случилось, дверг? Именем Имира! Ты же Хави из Асгарда! Я слышал, что ты у нас бродишь, но не ожидал увидеть своими глазами. Я потерял молот. Могучий молот. Он раскалывал горы надвое! Случайно споткнулся и закинул его вон туда! Если достанешь его, можешь оставить себе. Такую вещь нельзя бросать, где попало. Ладно, я его достану. Все, для Хави это пустяковое дело. Да, вижу, что такому, как ты, лава совсем не страшна. Но, о нет, молот! Молот поврежден! Поврежден? Да, посмотри, трещина на рукояти. Испытание пройдено, Хави. Что за испытание? А! Что случилось? Эй, подойди сюда! Не привлекай внимания, подойди, пока не заметили! Так, слушай меня внимательно. У нас всего одна попытка. Что ты несешь? Кто ты вообще такой? Что здесь происходит? Если не хочешь, чтобы я рассказал тому великану, кто ты на самом деле, послушай меня и сделай, как я говорю. Смеешь угрожать? Да я тебя через прутья задушу! Заткнитесь, или я вас заткну! Нет времени объяснять. Я позову Турса, а ты хватай его ключ. Вытащи нас отсюда, и я все объясню. Чего? Эй, ты! Да, ты! Иди сюда! У меня есть для вас важные сведения! Ну что ж, послушаем! Какую чепуху выдашь на этот раз? Твоя мамаша ко мне заходила. Вчера вечерком. Она давно мертва! Тигр.
Выпусти меня! Эй! Не бросай меня здесь! Ты без меня не справишься! Открой дверь! Давай, мы уходим. Только обещай, что вытащишь меня. Если останусь здесь, меня убьют. Объяснись, иначе это я тебя убью. Эти твари из Муспеля схватили меня. Бросили сюда. Чтобы выйти, нужно перебраться через лаву. Сам я этого не умею. Но с тобой... Для тебя это легче легкого. Ну, если наш общий знакомый не приукрасил. Знакомый? Часом не тот йотун-оборотень с молотом, что якобы раскалывает горы. Вот старый враг. Хочешь получить молот? Подними меня и вытащи отсюда. Ладно. Чё-то как? Замолчи, я не то спрошу была. Просто... Давай-ка. Давай, Хави, нам пора. Чуешь, Хави? Вот он, сладкий запах свободы. И все благодаря тебе. В чем ты провинился? Кроме того, что я дверг и бился с захватчиками. Ты бился с турсами? Видишь ли, я кузнец. И прямо перед началом вторжения я единолично вооружил целое войско из самых смелых двергов на свете. Кланы объединились, чтобы дать отпор огненным турсам и йотунам. Но в конце концов, все было напрасно. Меня схватили, обещали выпустить, если сделаю им оружие. А я сказал, что лучше умру. И насчет того молота... Да знаю я, не болится все это. Но неплохо. Помочь чужаку, зная, что награды не будет. Не зря тебя зовут высоким, владыка асов. Thank you.
вот и ты. Цел и невредим. Брат, я же говорил, что найду того, кто поможет. Вот уж не думал, что буду так рад видеть твою большую страшную рожу. Ты молодец, брат. Страшную? Ха! Давно в зеркало смотрел. Отцу стоило сбросить тебя с утеса, лишь только твоя сморщенная морда увидела свет. Как же я тебе рад. Ну и ну, Йотун, сумевший обмануть меня. Вы что, братья? Да, сводные. Наш отец Трави, славный дверг-путешественник, который побывал во всех 9 мирах. Трави и моя мать дверги. А вот брат мой, Йотун по матери. У нас есть и сестра, у нее мать из Муспельхейма. Есть еще брат. Так он наполовину медведь. Долго рассказывать. Смотрю, ваш отец и впрямь много где побывал. Скучать он не любил, это точно. Прими нашу благодарность, Хави. Мы будем петь за тебя всегда. Что ж, радуйтесь свободе. И не теряйте ее.
Сдохни! Сидели сложа руки. Изобретательности.
прошу! Тайная комната. Дверга, мне откажешь в изобретательности. С другой стороны, что-то есть, оно спрятано. Возможно, это дело рук двергов. Thank you.
вместе! Тебе здесь нужно. Thank you.
одежды! Thank you.
Тебя не должны здесь видеть.